Итак, друзья, всем добрый день. Хочу сделать небольшой видеообзор фредлайнера, который новоприобретенный. Фредлайнер Columbia с катерпиллером 15. Взял, потому что не было такого мотора. Сейчас иду. Хочу прям завести, проехать, сделать такой вот тест этой машине. А вот видите, кстати, вот оранжевый стоит. Он к нам приехал, помните, распредвал мы ему не поменяли. Это мотор, я ему собирал этот мотор, который мы собирали. Вот хочу спросить, как же мотор. Привет. Привет! Как дела? Что делать, хорошо? Че, как машина, рассказывал? Да нормально, вот уже 20 тысяч проехали. Все хорошо, масло не берет. Да, приехали, распредвал, приехали, распредвал, поменяли, распредвал. Был плохой, приехали на то, поменяли, распредвал, сейчас огонь. Сейчас все нравится. Удачи. Так, ладно, идем дальше, смотрите. Сейчас сниму я. Кстати, оранжевый, прикольный такой, кайфовый. Фред. Так, сейчас идем. Сниму сейчас я этого. Этот автомобиль Фредлайнер Columbia, еще раз повторюсь, 3-го года, Caterpillar 15-й, MBN мотор. Точно такой же мотор, как я делал на серебристом. На Кенварде 600 сильных, но это 435 лошадей. Так, хочу на нем проехаться. Почему эту машину купил, парни? Купил, потому что нету скатом у меня Фредов. И бывают люди прям хотят Caterpillar, вот дай ему Cat15 однотурбовый и все. Взял. Машины покупаю всегда, парни. Машины. Если я остановлюсь, не буду покупать машины, не знаю, за полгода. Все это, то, что есть, отработаем. Так что вот так вот, вместе с 3-4 машины делаем спокойно, то есть, вот так вот. Фредик такой, скажем, заводской, в заводском своем исполнении. Сейчас мы сделаем вступление, а потом будем на нем, покажу, как я на нем буду ехать. Все, друзья. Ну вот, время начинали мы в районе 10 утра. Сейчас, чтобы быть точным, без 27 вечера. И только завелись. Сейчас утягиваем запчасти лишние, которые забираем. Там коробка, редуктор. Откапываем машину, чтобы выехать можно было. И выдвигаемся оформлять документы. Рассчитываться с человеком. И выезжать в сторону дома. Так, кто перегоном занимается, готовится ко сну. Автономку заливают до полного. Ну, там нашли местечко. Ман старенький стоит рядом, покушать можно. Сейчас туда заезжаем, ужинаем. И все. И на боковую до утра. Все. Спать. Так, парни, первая встреча. Фредлайнер едет. Давай, Андрюха, давай, подъезжай. Вот такого красавца приобретаем. Вот он. Дверь хвалит, говорит, машина огонь. Парень, мужичок отдал нам коробку и старый редуктор. Такое приобретение, парни. Сам не видел эту машину вообще. Так. Посмотрим, что за зверь автомобиль. Ну все, сейчас посмотрим, что он скажет. Давай рассказывай, чем тебе машина понравилась, чем нет. Показывай, ты же говорил, капот что-то, да? Зазоры. Да ну правильно. Давай посмотрим давление, посмотрим.
Caterpillar 15, 6 энзинера, мотор здесь стоит у него. Подвигай, зад, вперед, задница. Сидушка. Попробуй, она катается. Она вообще на ней едешь как царь. Зад, вперед, вверх, вниз. Так, подожди, меня интересует двигатель. Подожди, сейчас я давление. Около 7,5 на оборотах он давит. Давление офигеть, он говорит, мотор сделанный. Машина хозяйская. Человек, знаешь, ее как от сердца отрывал. Я поэтому, наверное, тоже, знаешь, он мне как-то передал это. Я еду и думаю, блин, это вот именно первый Фред, который я хотел бы себе именно, вот чтобы это моя машина. Да, я честно скажу, да. А резво такой, нормально, да? Он привязан. Привязан? Стол упираемся дальше. Ну, а хватит. Так, конечно, он на 10-й с 50 километров начинает. Так, салончик. Вот такое приобретение. Так, посмотрим, что за зверь. Так. Давление мне нравится уже. Ну, рассказывай, Андрей, что тебе понравилось? Такой целенький, да? Прикольный. Первое, что мне бросилось в глаза, я, ну, чуть трепетно к этому, я обращаю внимание, вот эти зазоры. Вот как бы у них очень часто он вот так висит. Да. Подходишь к ней, он был грязный, стоял под снегом. Мы так, ну он невзрачный был. Уже когда мы поехали, это все стало видно. Капот стоит ровно. Не вот так, не вот так. Ага. Стоит как надо. Топом весь заводской краски, слышишь? Он весь заводской краски. Мы подняли капот. Капот целый. Он не паялся, не делал. Не побивался. Такой целенький, да, Фредушка? Кстати, знаешь, это мухобойка заводская его. Это американская. Я знаю. Посмотри, а он внутри весь целый. Угу. Ни кривой, ни косой, шарниры не сгнили. Так, модель мотора. Нет, НБН мотор, не 6НЗ. НБН. Знаешь, его можно 325 киловатт у него. Это у него получается 435 лошадей у него. 435. Можно сделать его 600. У меня был Кеннер такой. А ну заведи на про где-то сапун посмотрим. Заведи, что-то я не обратил внимания. Вот. Масло не съел, ни грамма. Ни грамма не съел. Но он говорит, что делал на мотору, на нем работал. По крайней мере, мне нравится. Коробка мягкая. А? Коробка мягкая. Бля, дверь. Шашлыки какие-то. Болячка Фреда, блин. Всегда такая фигня. 54 баки литраж. Веди сачок. По дороге. По дороге. Он нас остановил один раз, мы колесо нашли на монтажке сделали. Новая рессора, но была стремянка не протянута. Ага. Знаешь, как заметил? Колесо пустое было. Да. Я его начал пинать, а мост сходит. Мост сходит и все там, кроме стремянки. Ну все, друзья, вот такая покупка, короче, будем глядеть. Почему взял, объясню сразу. Нету ската у меня Фреда, нету. Люди просят, бывает, с Caterpillar'ом одна турбовая, но нет такой машины. Вот взял именно Фред, чтобы был с Caterpillar'ом. А так машина целенькая. Целая, все будем смотреть, проверять. Передок отпущен, тормоза. А так тормоза... Зима у них и горы, они не ездят с передком. Это резина даже не села, видишь, нормально вообще. Слушай, не выбрать, резина не выйдет. Ну все, вот такой Фред. Посмотрим, что будет. Вымоемся, посмотрим. Итак, парни,
Сейчас мы... Вот он, Фредик, смотрите. Вот он, красавец, вообще. Как бы не заводить его. Машина недавно только приехала. Так, он ночью. А тут дверь, видите? Дверь не открывается. Сейчас я включу, наверное, ту камеру. Видите, дверь не открывается, ручки сломаны. Открываем вот отсюда. Руку засовываем вот сюда. И открываем с салона. Ну и все. Маленькая махинация с открыванием двери сделана. Вот такой у него салон. Еще раз покажу. Вот так. Сейчас заведется с утра сам. Тут видите, кнопка стоит заводить. Обшивки, конечно, надо менять. Они у нас в наличии есть. Я их, честно сказать, не продаю вообще, то есть бушные. Я все оставлю для своих машин. Весь пластик. Кстати, печка теплая, вообще машина такая теплая, теплая. Водитель говорит, вообще пацан, который гнал. Задняя печка работала. Что, пробуем? А ты что, дверь? Мотор вообще офигенный, на самом деле. Это и хозяин говорил, и водитель говорил. То есть вообще по мотору вопросов нет. Не знаю, что лезть, не лезть туда. Я даже в таком, знаете, замешательстве. Работает вообще классно. Давление, смотрите, на холодное вообще. Работает. Сейчас буду выезжать, друзья, пройдемся, посмотрим. Что, парни, едем на Фредике, который скатом. Ощущения, в принципе, неплохие поначалу. Коробка мягко работает. Кстати, парень отдал мне, мужичок, которого покупали, еще вторую коробку мне отдал. Машина была изначально со сломанным редуктором. То есть у них сломался редуктор средний. Мы взяли с собой редуктор и поехали. Получается, с редуктором вместе за 1500 километров. И забрали этого фредлайнера. Я говорю, именно заката. То есть я взял, то есть Фред именно с катерпиллером 15. Таких машин у меня нету, а должно быть. Я так считаю. Ассортимент должен быть всегда. Так что вот так. Скажем, что катерпиллеры, вот они, ну не знаю, если грамотно собраны, то есть он, в принципе, работает. Он тяжелый, конечно, в ремонте. Там все очень дотошно собирает, все это, все выставляет. Для нас это не проблема, правильно? Как вы поняли уже. Поэтому ходят они, то есть это уже не первый, уже какой катерпиллер подряд капиталим. Просто еще капитали, видео нету. И они, в принципе, работают нормально. Сейчас, наверное, спустимся под гору. Заеду, посмотрю, как он на гору едет. И так скажем, что, видите, даже руль ровно стоит, что очень приятно. Машина такая нормальная, на самом деле, по ходовке. И видно, тормоза хорошие есть. То есть все нормально. Надо машину, в общем. Машина, кстати, прикольная, что в заводской краске. Вот это мне нравится, такая заводская. В общем, сейчас на гору заеду, сделаем обзорчик, и вот такая покупка. Оценивайте, парни, пишите комментарии, кому нравятся наши покупки, кому нет. Так вот, мы сегодня дальше. Итак, парни, так, разгоняемся на гору. Такой тест сейчас мы ему сделаем небольшой. Давление жарит вообще. Он 105, где-то вот 108 привязан. Ощущается, знаете что? Что амортизаторов в кабине нету, сразу видно, раскачивает его. Так. Вот он, сейчас мы, наверное, его вот так. Поехали. Он ограничен, больше не едет максимально.
Сейчас я вообще видеообзорчик, сейчас наружу пробежимся, посмотрим. Надо, может, перепрошить его попробовать. Сейчас мы обзорчик понаружи пройдем. Посмотрим, что нам передал. Ну, смотрите. Фредик. Целенький такой весит, капот целенький. Нормальная машина, да. На мой взгляд, смотрите, опять же. Вот там он передал вам коробку, вот его сломанный редуктор. Видите это? Вот это наш редуктор минул. То есть там ехали, там прямо у него ставили редуктор, ставили карданы. И приехали. Сейчас пойдем посмотрим, что он там на входе, как много чего передал. Сейчас опять надо операцию делать с открыванием двери. Эти ручки, кстати, новые, наличие. Держу расходник. Фредлайнер. Что тут он нам оставил? Он говорит, я все отдам, говорит, мне ничего не надо. А такой от души мужичок был вообще молодец. Вот нам оставил еще поросенок отдал. Еще там запчасти в этом. Амортизатор кабины, кстати, вот они новые, передал. Уже нету их, получается. Ну все, друзья, что я могу сказать, вот такой вот Фред. Кому-то нравится, кому-то нет, но машина зверь. А после нашего ремонта будет вообще огонь. Вообще нет. Ну все, всем пока, парни. Не болеть.